Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Каждый из 12 знаков зодиака уникален и имеет свои плюсы и минусы. У каждого из них есть черты, которые привлекают людей, но также они не лишены и тех особенностей характера, которые отталкивают. В этом ролике мы хотели бы описать каждый знак зодиака всего одной цитатой. Она очень точно характеризует его. Вам должно понравиться. Приятного просмотра. Овен. Овен – самый решительный человек из всех. Он никогда не оставляет вещи в бездействии. Как только он решил чего-то достичь, ничто не может его остановить. Иногда овны могут быть импульсивными, но всегда амбициозные и лояльные. Они имеют сильную волю и очень настойчивы в определенных вопросах. «Я – хозяин своей судьбы. Я – капитан моей души» – Уильям Хенли. Телец. Телец отличается стабильностью, на него всегда можно положиться. Он ловко справляется со своими эмоциями и сложностями на жизненном пути. Даже в трудные времена он не позволяет кому-либо еще видеть свою тревогу, грусть или любые другие эмоции. Следовательно, тельцы обладают очень сильной внутренней силой и знают, как сохранить спокойствие и не поддаваться эмоциям. Также они надежные и целенаправленные. То, что не убивает тебя, делает тебя сильнее. Фридрих Ницше. Близнецы. Близнецы – лучший тип людей, которые будут рядом. Они очень общительны и любят заводить новых друзей. Следовательно, они привлекают много людей. И тем не менее, их веселая личность является еще одной причиной, почему к ним тянутся люди. С ними хочется находиться рядом и греться от их внутреннего тепла. День без смеха – это потерянный день. Чарли Чаплин. Рак. Рак – самый сентиментальный из всех. Раки – теплые и сердечные люди. Прощение для них естественно. Следовательно, они не могут долго злиться на кого-либо. Они очень добры к людям. И кроме того, они никогда не лгут. И очень честные люди. В конце концов, только три вещи имеют значение. Насколько ты любил, как легко ты жил и как изящно отпускал то, что не предназначалось для тебя. Будда. Лев. Лев – самый уверенный знак зодиака. Он чувствует себя лидером и демонстрирует это всем. Львы никогда не теряют уверенности. Неважно, что люди делают, чтобы их победить. Они борются с этим, потому что у них есть желание доказать миру свое превосходство. Их уверенность делает их харизматичной личностью. Твоя любовь делает меня сильным. Твоя ненависть делает меня неудержимым. Криштиану Роналду. Дева. Девы – самые практичные из всего зодиакального созвездия. Они всегда смотрят на вещи проницательно и аналитически. Конечно, они любят решать проблемы, потому что их взгляд на проблему сильно отличается от других. Они могут найти решение любых проблем, если попытаются. Девы всегда используют свою способность помогать другим в решении их проблемы и не упустят шанс дать совет и высказать свое экспертное мнение. Вы не жили сегодня, пока не сделали что-то для того, кто никогда не сможет вам отплатить. Джон Буньян. Весы. Весы – самые ласковые. Они любят мир и заботятся о других. Это делает людей вокруг них очень довольными и расслабленными. Они хорошо сбалансированы и очень эффективны, могут быть хорошими дипломатами. Весы всегда заботятся о своих близких. И кроме того, они всегда видят лучшее в других. Когда вы перестаете ожидать, что люди будут совершенны, вы сможете полюбить их такими, какие они есть. Дональд Миллер. Скорпион.
Скорпионы – самые умные. Они очень амбициозные и страстные. Они хотят преуспеть в жизни, и большинству из них это удается. Иногда они могут быть очень интуитивными и поддаются внутреннему чутью. Скорпионы очень привлекательные личности, и их люди никогда не забывают. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не имеет значения. Ложиться спать ночью, говоря, что мы сделали что-то чудесное, вот что для меня важно. Стив Джобс. Стрелец. Стрельцы – самые энергичные. Они любят приключения и путешествия. Они не могут долго оставаться на одном месте. Риск – это часть их жизни, которая всегда чему-то учит. Они живут своей жизнью в полной мере. Волнение – это то, что поддерживает их жизнь. Они любят адреналин. Путешествуйте столько, сколько сможете и сколько захотите. Жизнь не предназначена для сидения на одном месте. Неизвестный автор. Козерог. Козероги – самые сложные. Они могут быть небогатыми, но у них всегда есть роскошные и статусные вещи. Эта жажда богатства заставляет их работать тяжелее и тяжелее. Они очень терпеливые и знают, что лучшее достается тем, кто умеет ждать. У них мало друзей, но они преданы и верны им. Вам дали жизнь. Ваша обязанность – найти что-то прекрасное в жизни, каким бы незначительным оно ни было. Элизабет Гилберт. Водолей. Водолеи – самые креативные. Они мятежные, но динамичные. Водолеи стараются помочь другим, и неважно, нуждаются ли те в их помощи или нет. Водолеи продолжают пытаться исправить других для себя. Иногда они могут быть необычными и отличаться своим мировоззрением. Их остроумие покоряет. А еще у них доброе сердце, которого хватит на всех. Наша главная цель в этой жизни – помогать другим. И если вы не можете им помочь, по крайней мере, не причиняйте им боли. Далай-лама. Рыбы. Рыбы – очень чувствительный знак. Они понимают эмоции другого человека и чувствуют все глубоко внутри себя. У них есть сострадание к жизни и к другим. Из-за этого их еще называют эмпатами. Они помогают всем, не ожидая ничего взамен. Рыбы вдохновляются людьми, которые успешные. Самое великое, что ты когда-либо познаешь, это любить и быть любимым в ответ. Мулен Руж. Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами. И до встречи!